Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы вроде были в шахте и добыли себе ресурсы, ну, не помню какие, но, в принципе, добыли, да. Ну, вот я уже тут немножко дорожку себе построил, уже вот домик тут уже строю, так более-менее уже такой получается нормальный. Ну, может будет потом какой-то... Посмотрим, что мы сделаем с этим... Ну, посмотрим, да. Итак, ребят, сейчас мы пока что идем убьем вот этого покемона-босса. И вот что я еще хочу сказать. Идем мы вот опять домой. Ребята, словил я Shiny Spearow. Действительно, заспавнился меня вот где-то вот тут. О, ну вот, сейчас покажу его. Вот он тут, Shiny Spearow. Ну, отлично, тоже можно будет потом его прокачать. Но сейчас давайте мы прокачаем уже Драгонейра, еще пару уровней осталось. Шелгона и Литвика. Так. Давайте пойдем куда-то вот сюда. О, там покемон босс в воде. Или не в воде. Ну, где-то в воде, но как бы под землей. Так, сейчас мы попытаемся как-то прокопаться вот туда. Если, конечно... Сейчас попробуем, короче. Ну... вот он тут. Так, Генгара сначала. И давайте... Ух, там сколько всяких шахт. Так. Сейчас я только посмотрю, нет ли тут фоссила. Так, идем мы опять вот сюда. Так. Мету у нас уже 91 уровень. Отлично. Так, кого бы тут можно найти, чтобы прокачаться на нем? Кто-то есть? Что-то я никого не вижу какого-то большого уровня. Так. Давайте мы сначала, наверное, куда-то пойдем. Или, нет, вот сначала мы... Маткипа, вот. И пойдем мы вот куда-то на вот тот наш остров, в принципе. Вот сюда. Опять Тотодайлы. Так, Мьюту, ну давай. Быстренько прокачаемся, если получится. Ну, Драгонейра еще более-менее так нормально нужно прокачивать, как бы. Уровней то еще несколько, да, осталось. Но вот то, что... Вот те несколько уровней сейчас... Не очень, как бы. Ну, прокачаем там его, но посмотрим, как. Так, куда бы нам пойти... Ты какой уровень? Вот нет, сюда. Давайте не будем идти, пойдем вот сюда. Так, тебя можно... О, там вторая эволюция Тотодайла. Ну, не будем мы его ловить. Ну, нет смысла просто. У нас есть Тотодайл, поэтому нет, 24 уровень нет. Пойдем мы куда-то. Вот сюда, допустим. О, покемон босс. Вот он, Бишар. Нет, не Бишар, как он? Как он там называется? Ну, в принципе, да. Так, это что-то на него не действует, поэтому... А,
Ладно, как-то мы его вот сейчас, вот так. Так. О, Литвик. Эволюционирует, отлично. Ну. Давай, так. Отлично. Мьюту 92 уровень. И так, тебя еще давай. И давайте пойдем мы, наверное, домой. Лампента эволюция. Не знаю, есть ли у него вообще еще эволюции в Лампента. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас тут у нас желтик что-то вообще никак не эволюционирует. Я не знаю, есть ли у него эволюции, какой-то покемон такой. Да, эволюционирует Лампен. Отлично. Ну. Ну. Ух ты. Чандею, короче. Вот такой покемон. Отлично. Сейчас давайте посмотрим, может, желтика, фиг его знает. Сейчас, какой он там у нас. Не знаю, ребята, как он вообще эволюционирует. С уровнем или нет. Ладно. Так, давайте пойдем поставим в компьютер того, кого мы уже не будем прокачивать. Ну, то есть. Сейчас увеличим. И вот так. И берем на прокачку Тотодайла. Так, сейчас будем его прокачивать. И пойдем мы вот сюда, допустим. Или тут никого толком не будет. Поэтому пойдем мы куда-то. Вот сюда. Главное сейчас куда-то не упасть. Ну. Ну. Так, это вообще где? Так. Там у нас покемон босс. Ну. О, капут. Не, капут, ну. Он тут или где-то под землей? Ладно, короче, идем мы тогда вот сюда. Так, кто там у нас прокачался? Тотодайл? Ну да. Идем мы вот сюда. Так, тут у нас может. Не знаю, что может быть. На
карте пока что ничего. Ну, пустыня. Может, что-то и будет. Может. Или нет, тут уже толком, я так думаю, ничего не будет. Так что давайте пойдем мы куда-то вот сюда, например. Ну. Так, тут у нас кто-то есть. Парочку кого-то. Ладно, короче, давайте пойдем опять вот туда. Где там остров вот тут? Вот сюда мы пойдем. Ух ты, сколько вас тут. Так. Сейчас мы прокачаем уже Тотодайла, я так думаю, нормально. О, еще один. Так. Еще сквитлов куча. Есть кто-то? Какой-то большой уровень. Вот там. Так, нормально уже уровней. Давайте еще вот этого. И вот тебя. О, кто-то да уже эволюционирует. И ну давай уже. Отлично. Так. Сейчас. Тут я что-то больше никого не вижу. Вот, давай, действительно, давайте пойдем в джунгли. Может, будет какой-то покемон, которого у нас еще нету, как бы, может, он заспавнится. Сейчас мы посмотрим. Я так, ребят, думаю. Наверное, мы прокачаем Мьюту до 100 уровня, а потом поставим его в компьютер. А то мы только ними качаемся. Трико, ребята. Трико. Если повезет, то мы его сейчас словим. Хрен, он уже убежал. Не, ну, в принципе, убежал он 100% куда-то. Но вот куда, хрен его знает. Так. Вокапут. Это ты? Это ты, отлично. Иди сюда, мелкий. Иди сюда. Ух ты ж. О, наконец-то. Так, ультрабол. Славишься? Ага. Ну, мастерболы у нас есть, поэтому, если что. Так, ладно, давайте Генгара. Гипноз. Ладно. Пытаемся его словить. И, кстати, сейчас. Если словим. Ух ты ж мелкий. Да ты чё, издеваешься? Да ну нафиг. Короче, ну, сейчас. Еще парочку ультраболов.
Во, трику. Фу, ребят, уже нужно, наверное, делать себе ультраболы, так как уже почти что у нас их нету. Так, давайте сейчас. Что нам не нужно? Вот так. И давайте мы, наверное, все-таки, ребята, пойдем домой. Где наш дом? Вот он. Давайте, наверное, мы все-таки на этом уже закончим, ребята. Сейчас нам еще один покемон-босс, если мы успеем до него добежать. И там еще один. И вот возле нашего дома еще один. Ух ты, здоровило. Так, Мьюту. Давай. Отлично. И вот там вот еще один. Вот тут, вот тут, вот тут. Так, что-то у меня... Ладно. Так, давайте. Ну, вот. И Мьюту. Отлично, ребята. Вот сейчас идем мы домой. Так, да чё ты... И вот сейчас, ребят, давайте все-таки на этом уже закончим. Словили мы одного покемона, эволюционировали мы еще одного. И давайте на этом уже закончим, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр.